Вот на 40 тысяч наркоманов. Это квадратов 300, да, сделаем человек. Квадрат... Дома должно быть квадратов 300. Да, квадратов 300, жилой площади, не менее 5 комнат, 2, как минимум, 2 санузла. Как ну бы да, это женский. Двор, это двор, где можно собраться. Это 2 ванны, где можно умывать тело и дезинфицировать лиц, прибывших на реабилитацию. Это обязательно, ну двор, да, должен быть. Что еще? Ну, это как бы минимальные требования, минимальные. Подожди, а то, что мы видели в Одессе с тобой? Минимальные. Там вообще караул? Там ни двора нет, ни... Почему двора нет? Двор есть, мы в него не выходили, он там сбоку. А в первом, когда у Максима? У Максима нету двора, да, нету двора. Ну, этот дом там очень хорошая цена, качество, плюс хозяйка. Не каждый хозяин вообще понравится, что у него дома реабилитационные центры, да? Да. Соседи в шоке, они пока еще не совсем понимают, что происходит, но видят. А что в шоке? Ни гулянок нет, ничего нет. Чего не в шоке? 20 наркоманов, как бы. Чего не в шоке? Наоборот, они должны быть спокойны, блядь. У меня ж наркоманы повыносили все. Представляешь? Я там уже не могу разобраться. Половина сын вынес металла с огорода. Металла нет. В огороде. Фу. Конец второй части.